Расследование дела об убийстве Василисы Голицыной завершено. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет Татарстана. Дело Фаруха Ташбаева направлено в суд. По версии следствия, он похитил ребенка, изнасиловал и убил. По заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, Ташбаев на этот момент психическим расстройством не страдал. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики.